Наше детство – это самые незабываемые страницы в жизни каждого из нас. Как же хочется вернуться туда, где остался мир детской чистоты, доверчивости, искреннего восторга. Все эти незабываемые моменты связывают взрослых и детей в одно целое – любимый детский сад. В августе 1980 года для детей поселка Матвеев Курган распахнул свои двери детский сад номер 3 «Сказка». Коллектив детского сада, тогда возглавляемый заведующая Радаманченко Любовь Серафимовной, буквально в буквальном смысле своими руками обустроили каждый уголок нового дома для детей. Костюченко Ольга Николаевна – одна из первых, кто переступил порог нового детского сада, поделилась с нами своими воспоминаниями. Ну, это было давным-давно, лето 80-го года. Все было новое, все красивое. Немного мы еще поработали, чтобы пригласить деток к нам в группу. Групп было 7, как и сейчас. Мне дали старшую группу. Группы были многочисленные, деток было очень много. Группа в 25 человек считалась это самое минимальное количество. Ну и с тех пор, и по сей день я пока работаю в детском саду. Коллектив очень хороший, дружный, творческий, активный, доброжелательные все. Молодцы девочки. На протяжении многих лет в стенах детского сада царит уют. А все благодаря тому, что тут работают профессионалы своего дела. Вот здесь я работаю. Правда, я начала работать с ясельной группой. Я пришла работать на две, тогда работала две ясельные группы, половина дня. Я младший воспитатель, половина дня работала до 12 в одной группе, после другой группы. Потом меня перевели младший воспитатель уже с младшей группы до подотдельной группы. Вот сейчас меня в данный момент средняя группа. Вот здесь у меня рабочее место, здесь дети кушают, играют. Я, конечно, убираюсь, поддерживаю порядок, как могу. Часто ли вы встречаете своих воспитанников, те, которых вы уже повыпускали? Часто. Многие узнают, многие здороваются, кричат: «Людмила Ивановна, здравствуйте, Людмила». Некоторые забывают, конечно, приятно, когда дети узнают, что я что-то сделала, что они меня помнят, что... В 2017 году приступила к обязанностям руководителя Кущенко Галина Николаевна. С ее назначением на эту должность в жизни детского сада наступил новый этап. В садик стали приходить молодые специалисты. Одна из таких была Нагорная Виктория Олеговна. У меня цели не было именно в этот садик. Я вообще хотела работать воспитателем. Ну, а своего ребенка я сюда привела. Мне здесь понравилось, я здесь осталась. На протяжении 40 лет воспитанники детского садика номер 3 «Сказка» росли, развивались, учились рисовать, играть и дружить. Детский сад прощался с ними, принимал новых детей, и жизнь продолжалась. Шло время, и вот уже бывшие воспитанники приводят своих детей в детский сад, тот самый, в который когда-то ходили они сами. А как зовут вашу воспитательницу? Алина Геннадьевна. Расскажите, а какая она? Красивая. Красивая. А еще какая? Она пахнет очень. Очень вкусно. А вы любите свой детский сад? Да. А что больше всего вам тут нравится? Мне спать. Мне кушать. Мне в обед есть. А что ты любишь кушать? Что тебе, какое блюдо тебе больше всего нравится в садике? Пирожка. А